Каждый месяц в законодательстве Российской Федерации появляются новые статьи. Вот некоторые нововведения, которые ждут нас в августе. С 1 августа любители здорового и активного образа жизни смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. Если вы ходите в бассейн, спортивные секции или фитнес-центр, не забудьте взять копию договора на оказание услуг и кассовый чек. А затем отнесите документы в налоговую инспекцию. Обратите внимание, что общая сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не может превышать 120 тысяч рублей в год. Таким образом, максимальный вычет составит 15 600 рублей. Эта мера коснется доходов, полученных с 1 января 2022 года, и будет распространяться как на взрослых, так и на детей. 22 августа вступят в силу поправки в закон, регулирующий ОСАГО. Автовладельцам для оформления полиса обязательной автогражданской ответственности не нужно предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром. Тем не менее, техосмотр не отменен. Его по-прежнему надо проходить, потому что с 1 марта 2022 года за отсутствие карты о пройденном техосмотре будут штрафовать на 2000 рублей. Это уже внесено в Кодекс об административных правонарушениях. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер, а штраф могут выписывать каждые сутки.